Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Assassin's Creed Syndicate. Ну что же, собственно, двигаемся дальше на рапосюжетной линии. То есть попробуем выполнить задание для Джейкоба, но попутно сначала возьмем здесь сундучок, где-то он тут должен быть. Так, надо подняться наверх. На второй этаж. А вот, собственно, и он. Потому что деньги, как известно, лишними не бывают. Ну что же, меточку я уже поставил в конце предыдущей серии. Снимаю ее сразу же после записи прошлой. Так что погнали. Понеслась. Я вполне себе разыгран и готов к любым приключениям. 180 шагов я бы пешком бы добрался. Единственное, что немножко напрягает, что приходится обходить. Тут, наверное, даже не пройдешь, да? Все-таки придется, наверное, немного паркурить. Буквально самую малость. Тихо. Ай, это было больно. Это было чуть-чуть больно. Ну что же, продолжаем. Иви исправляет косяки брата, а брат косячит заново. И, в общем-то, все так своим чередом продолжается, все своим чередом и идет. Что же предложит нам сюжет в дальнейшем? Интересно. Сейчас мы это узнаем. Осталось только лишь подняться на крышу. Куда-то вот сюда. Давайте попробуем. Политические игры. Рекомендую уровень 6. Джейкоб разыскивает Бенджамина Дизраэли в синопском клубе, чтобы следить загадочного Б. Тот планирует убийство премьер-министра. Награда пояс с железными пластинами. Пояс. Неплохо. Ну что же, переключаемся в сторону Джейкоба. Ждем очередную загрузку и наверняка очередную фирменную перемотку времени. Куда же без нее? Ну да, конечно, я угадал. Кто же ты, Б? И что ты затеваешь? Ну что ж, задание походило опять по выслеживанию. Я, честно говоря, терпеть не могу задание по выслеживанию, примерно так же, как и не люблю я задание по похищению. Но ничего не поделать, придется. Поехали. Для начала надо добраться до синопского клуба. Ух ты. Прыжок веры даже. Неплохо. Здесь у нас, конечно же, закрытая приватная вечеринка. То есть так просто внутрь не попадешь. А с другой стороны, всего лишь пара охранников. Что они нам успеют сделать, не так ли? И к тому же 6 уровня. И таких мочили. Вот так. До свидания. Хотя, конечно же, впрочем, стоит воспользоваться скрытностью, наверное, все же. Потому как врагов тут, ну, точнее, копов, просто немереное количество. Тихо, вы ничего не видели. А вот теперь у нас цель не убивать охранников синопского клуба. О, мой старый знакомый, мистер Дизраэли. Господин премьер, кто из друзей хочет предать вас на сей раз? Цель предупредили. Десинхронизация. Вот дерьмо, а. Ладно. Видимо, лучше с крыши все-таки, а не снизу. Потому что снизу мы на виду у всех. А на крыше он у нас как на ладони получается, а мы при этом остаемся незамеченными. Так, по-моему, будет гораздо интереснее. Ну что ж, на ошибках хочется. К тому же, куда же без фейла в начале серии? Это же традиционная уже такая ситуация. Ничего страшного. Давайте дождемся гребаной вонючей загрузки и попробуем еще раз. Начнем, скорее всего, так полагаю, снова с самого начала. Нет, смотри-ка, уже отсюда. Ну что же, тема интереснее. О, мой старый знакомый, мистер Дизраэли. Господин премьер, кто из друзей хочет предать вас на сей раз? Что, надо спуститься все-таки? Дерьмо. Закон о борьбе с
конституции важный шаг в реформе правительства. Если партии большинства просто диктуют результаты выборов, о какой свободе может идти речь? Если мы мало-помалу уступим свои права крючкотворам, ни о какой, сэр. Опять вы за свое, Гладстон? Да вы готовы броситься под колеса прогресса, лишь бы не упустить ни грана власти. Клянусь богом, я не стану спокойно ждать, пока вы уничтожите парламентские привилегии. Разумеется, нет. Скорее вы нас всех загоните в ярмо тирании. Мистер Гладстон, может нам вообще отменить хартию вольности и вернуть корону проклятым Стюартам? Мы сделали все, что смогли. Да как вы смеете? Я всего лишь не желаю отдавать парламент во власть судейства. Это не дает вам права на низкую клевету. Я не позволю. Я отклоняю эти требования. Всего доброго, сэр. Долбанный коп ходил по кругу, я все думал, впалит у меня или не впалит, но слава богу не впалил. Ну что ж, Бенджамин Дизраэли. Б, полагаю. Что теперь? Выследить или убить? Перехватить шпиона. Что ж, давайте попробуем. Готово. Да, нехорошо вышло, мистер Б. Меня зовут Герберт. Что вам нужно от премьер-министра? Просто работа, сэр. Один старик мне заплатил. Твою мать. Больше он, к сожалению, ничего не расскажет. А жаль. Какая наглость. Вот-вот. И я о том же. Что теперь? Не дайте стрелку попасть в вас. Перехватите стрелка. Уже попало. И ладно, плевать. Ничего страшного. На этом кнопку-то я нажимал, самое что интересное. Но просто, видимо, слишком поздно. Либо он из-за того, что висел, не смог уклониться. Хрен его знает, короче, как так получается. Блин, а барышня-то это от нас уходит. Отлично. Начать бой? Легко. Откуда ты взялся? Ну, я родился в Кроуле, но это к слову. На кого ты работаешь? Я не знаю его имени. Старик, бородатый. На нем еще мундир был. Гусар, наверное. Что он хочет? Нет, меня убьют. Я сломаю тебе ноги, и тебя отправят в работный дом. А от старика можно сбежать. Завтра мои люди нападут на карету премьер-министра на пути в парламент. Ясно. Ну что же, хотя бы какая-то зацепка. Жалко, не получилось полностью пройти на 100% всех реализаций, ну да ладно, ничего страшного. И такое бывает. Главное, что награда наша. Мы получили пояс. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Лучше он, чем наш, или хуже. Смотри-ка, получше. Защита плюс один, скрытность плюс один. Ну что же, прекрасно, одеваем. А что у нас там еще по поясам есть? Требуется уровень 9. Понятно. Так, а по наручам? Все же. Вот этот можно надеть, на этот у нас не хватает ингредиента огненного пала, ну да. А, подожди-ка, стоп, а еще пистолет. Конечно же. Вот так-то лучше. Так, ну и что касаемо навыков, давайте посмотрим. Сколько очков у нас есть? У нас 6 очков. То есть можем что-нибудь прокачать. Я думаю, что прокачаем метку стрелка для начала. Стоит 2 очка, и теперь нам снова не хватит получать 2 очков, да? Вот этого навыка, да, требуется 6. Ну что же, будем тогда ждать, что нам еще остается. Будем копить еще очки. Ладно, ладно. Оставлю их в живых, не буду убивать. Пошли дальше на сюжетную миссию, на следующую. Личная охрана.
Часть седьмая. Вот, в принципе, можно и пешком пройти. Расстояние вроде как не особо большое. Поэтому, в принципе, позволяет, наверное. Освобождение детишек сделаем как-нибудь позже. Давайте возьмем, пожалуй, экипаж, если он стоит по пути нашего следования. И почему бы им не воспользоваться? Так получится несколько быстрее. Вот это дрифт, я понимаю. Вот это лондонский дрифт. Ну, кажется, приехали. У меня есть все, что вам нужно. Да, посмотрим, что там мне нужно. Так, электробомбы, наверное, не нужны. Дымовые бомбы одну давай возьмем. Лекарство одну давай возьмем. Метательные ножи возьмем все. Ну и все, в принципе, остальное. Приходите к нам еще. Все окей. Так, поехали. Личная охрана. Рекомендуемый уровень 7. Джейкоб собирается предупредить премьер-министра о том, что на его жизнь готовится покушение, и узнать у Дизраэля, кем может быть человек в мундире по имени Б. Награда накидка красно-золотой плащ. Поехали. Да, кто же такой Б? Вот в чем вопрос. С визитом я опоздал. Теперь придется пробраться в карету. Ну, твою ж дивизию. Как всегда. Проникните в экипаж Дизраэля. Давай, 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 давай. Тихо. Тихо. Ух ты, мать твою. Ублюдки чертовы. Так, ладно. Придется убить всех копов Англии для начала. И еще одну бомбу. Да чтоб тебя подкинуло. Вот и чудненько, вот инкогнито. Психанул, что называется. Жесть. Что все это значит? Вы кто, черт вас дери? Премьер-министр, теперь я буду вас охранять, Джейкоб Фрай. Мне ничего подобного не сообщали. Кто вас ко мне направил? Дай мальчику сказать, Дизи. Мэри Энн Дизраэли. Мадам, простите. Узнав, что вам грозит опасность, полиция решила действовать быстро. Что? Опасность? Именно. Одну минуточку. Так. Экипаж Дизраэля. Так, смотрим. Наших союзников напали. Да чтоб тебе. Давай, 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 давай. Готово.
И двойное мультиубийство. Так, новые враги снизу. Понял. Еще ниже. Изи. Так, быстрее, 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 быстрее. Да чтоб тебе. И мультиубийство очередное, нет? Не, не получилось почему-то. Странно. Странно почему? Да ладно. Там еще враги. Хорошо. Вот это было четко, по-моему. О, да. Просто порезал его на фарш. Так, миссия выполнена. Что это значит? Не так быстро, ваша светлость. Черт возьми. Ну какого черта, а? Чтоб тебя подкинуло, давай. Эй, а ну, верни сюда. Ну же, Джейкоб, ты давай ты, твою мать, ну. Гони. Шикарно. Но это было нифига не просто, на самом деле. Чёртов Гладстон! Вот негодяй! Он за это заплатит! Благодарю. Да на здоровье. А что вы собираетесь делать с Гладстоном, юноша? Уверяю вас, мэм, Гладстон здесь ни при чем. Но он же хотел убить моего мужа. Ну, Гладстона мы проверим. Возможно, вы поможете мне с другим делом, мэм. Нам нужен некий господин из парламента. В возрасте, кавалерийский мундир, пышная борода. Я полагаю, вы человек решительный, мистер Фрай. Ну, да, так и есть. А знакомы ли вы с более бедными кварталами города? Немного. Чудно. Дело вот в чем. Я давно хотела увидеть своими глазами акр дьявола. Если вы сопроводите меня, я с радостью поделюсь информацией. Мне кажется, мысль неудачная. Значит, решено. Жду вас здесь же, на Даунинг-стрит, завтра ровно в 8 вечера. До завтра, мистер Фрай. Но... До завтра, мистер Фрай. Акр дьявола. Вот чувствую, это не самая лучшая затея. Ну ладно, давайте посмотрим, что за красно-золотой плащ мы получили в награду за эту миссию. Выполнили, кстати, на 100%. Даже экипаж смогли гнать меньше, чем за минуту. Хотя это вообще... Да никогда не получилось. Но вот сегодня как-то вроде как нормально. Давайте смотреть тра снаряжение. Значит, пояса. Правильно? Нет, не пояс там же у нас. Подожди-ка, это... Так, плащ получается для Иви? Ну фига, мы получили для Иви плащ. Ну, видимо, да. Так, ну может быть тра переключим на Иви? Временно. Там посмотрим. Снаряжение. Да, получили накидку именно для нее. Ну, по сути, то же самое абсолютно. То есть того не стоит. Нет, наверное, нафиг.
Наверное, того реально не стоит. Так, что касаемо навыков, сколько у нас очков? 5, а нужно 6 получается. Чтобы вот это прокачать. Давай строим какую-нибудь второстепенную миссию, просто потому что мы уже, наверное, не успеем выполнить ничего сюжетного, несмотря на то, что миссия находится прямо здесь, я думаю, что проще нам повыполнять что-нибудь второстепенное. Например, очередную охоту на темплиеров сделать. Попробуем. Может, что из этого и выйдет путного. Так, ну что же. Зря ты, конечно, пойдем столбом скачешь. И покори там тоже, наверное, зря. Но, впрочем, не важно. Главное, скачи уже хотя бы куда-нибудь. Так, ищем нашу цель. Убейте цель электробомбой. Однако. Месси-то прям все веселее и веселее, я смотрю. Так, спокойно. Спокойно. Понятно. Уходим. Просто уходим. Лучше поиграть. Отсидимся, подождем пока. Станем инкогнито, а там попробуем снова. Очень тупо получилось. Ну что поделать. Кого там они мучают, интересно. Да чтоб тебе, лошадка. Попробуем взять тебя. Электробомба присадна. Прекрасно. Нападаем. Нападаем первые. Ну это чудненько. Так, спокойно. Да чтоб тебя. Неважно. Ну вот и наша цель. Беатрис Грибл. Стратегия убить с электробомбой. Я очень постараюсь. Ничего. Скоро они узнают, кто достоин служить королеве. Ну почему ты не исчезаешь? Тихо-тихо, лекарство. Да чтоб тебя, давай еще одну кидай, ну. Нету бомб больше, электробомб. Ах ты твою мать. Да ну нахрен, просто нереально. Фух, какой-то же трэш. Просто нереальный трэш, убивает моментально. Но все-таки, видите, оно непонятно, какого уровня. Задание, как уровнем мы. Может, какие-то навыки более ложевые пока купить, потратить. Может быть, тоже нам за это дадут уровень. Может быть, там не важно, какого ранга навык вы покупаете, скажем так. А важно, сколько количества очков навыков вы тратите. Может быть, в этом дело. Давайте попробуем сейчас. Может быть, мы сможем прокачаться хотя бы до 8 уровня. Купим что-нибудь другое, но тоже полезное. Чтобы подешевле стоить. У нас 5 очков есть. В принципе. А с другой стороны, все-таки одно очко потерпеть еще. Потом зато получить сразу... Все и сразу. Так, где у нас тут охота на тамплиеров?
Бейте бенцы, электробомбу. У меня электробомб 0. Только дымовые есть. Да, что-то как-то хрен его знает. Ладно, попытаем счастье еще раз. Все как всегда, в общем-то. И в топку ваши электробомбы. Слишком большое расстояние. Блин, тут не так-то просто подобраться. Видите, островок-то такой маленький, но охраны дофига. Охраны реально куча. Ну, одним меньше, например. Знают ли они, сколько я добивалась того, что имею? А они что делают? Ничего. Живут в роскоши, но и пальцем не шевельнули ради этого. И при этом считают себя достойными. Вот и все. Не идеально, да, ну да и хрен с ним. Что это за письмо? Давайте посмотрим. Вот он, наверное, да? Получен предмет воспоминаний. Ну что же, хотя бы так. И то неплохо. И, в принципе, времени остается как раз на что-нибудь такое еще одно. Давайте поглядим, что у нас поблизости тут еще имеется интересного. А это что? Находка за главный 9 уровень, это жестко. А вот освобождение детей 9 уровень, в принципе, то, что нужно. Там у нас шансы есть. Очко навыков, где мое? Что-то я как-то не понял. Неужели не дали? Навыки. Да, постарайтесь, не дали. Видимо, из-за того, что не на 100% выполнил задание. Что же, печально, с одной стороны, с другой стороны, хрен с ним. Сейчас пойдем туда, освободим ребенка и точно тогда получим. То есть, в любом случае, серию не закончим, пока не получим то достижение с этими грибными каретами, то есть, которые стоят 6 очков навыка. Потому что я хочу прокачать уровень Иви, и я уверен, что у меня получится, если я достижение улучшу. Цвета фиолетовый. Замечательно. Всю жизнь об этом мечтал. В фиолетовом цвете. Ну что же, кажется, мы здесь. Так, да хватит, Иви. Не нравится мне она. Так. Ну тут что-то как-то все сурово, на самом деле. Ты сходи проверь, где я там хожу. Сходи, сходи, конечно. Вот и молодец. Вот и умничка, вот и сундучок мой. Шикарно. Так, мы приподнимаемся выше, идем дальше, потому что все-таки это хоть и территория тамплиеров, но не территория того самого завода, где детишки работают. Это какой-то дворец скорее. Ну вот, кажется, их мастерская где-то там. Вот это уже больше похоже на правду. Ну а то, по крайней мере, там мы забрали сундук. Что, в общем-то, тоже неплохо. Так, что касаемо охраны. Сразу же убиваем эту женщину.
Тут смотрите, как интересно получается. У нас дети в разных корпусах, что ли, находятся? Да, смотри-ка, и там, и там, и там. Офигеть. Вот это серьезно. Это будет серьезно. Ладно, я попробую. Так, до свидания. И можем заходить, по идее. Тут где-то сундук. Давайте возьмем его. Готово. Что касаемо охранников, неужели одна только охранница? Нет, вот еще. Главный чертяка. До свидания. Так, давай на этаж ниже, хорошо. Сходи, проверь, что же там такое есть. Давай, давай, давай. Блин, за Иви просто идеально стелс миссии делать. Она просто для этого создана. Так, детишки, вы свободны. Спасибо, на здоровье. Теперь вы. Вы тоже свободны. Я работаю сам на себе. Так, окей. Аккуратно. Готово. Это было уже 30-е убийство из укрытия, между прочим. Тихо. Не бойтесь. Мы ваши должники. Ну еще бы, конечно. С каждого по 100 монет. Завтра к утру. Так, тихо, тихо, тихо. Спокойно. Твою мать. Лицо мочить идти. Рот закрой. Она. Она, не она. Просто прикрой свой рот и все. Так, где вход тут, интересно? Теперь давайте посмотрим. Там он был или нет? Я не вижу. По-моему, нету. Но где-то что-то должно быть, какая-то точка подхода. В любом случае, вот она с крыши. Да, так оно и есть. Ну, с крыши так с крыши. В принципе, я не против. По сути, никакой разницы в этом нету. Так, начнем с тебя, юноша. Готов. Мы еще так очень неплохо таким образом, такими скрытными убийствами пополняем свои запасы. Которые, естественно, тоже не бесконечны. Там какая-то девка! Где? Вот же тупица! Ну, с этим придется сражаться немножко. Да, это будет сделать, конечно, непросто, но что поделать. Спасите! Ох, жесткий, конечно, суровый чувак. Реально суровый. Давай уже ломай его, ну. Воу! Он меня чуть не сломал. Тише, кот на крыше. Ну что ж, друзья, у нас получилось. Детишки спасены. И мы на них должны были получить очки навыков. А также Клара Динами, конечно, естественно, будет очень довольна. Ребята, такая фабрика лютая была, блин. Очень лютая. Но, однако, у нас получилось. А, это самое главное. Так, что по поводу очка навыков? Получили мы его или нет? Да, отлично, мы получили 1 очков навыка. Это не может не радовать.
Ну, а сестра, посмотрим, что мы тут имеем. Снаряжение для начала. А, ну цвета, ты ладно, фигня. Так, тронавыки, поехали. У нас с вами 6 очков. И мы прокачиваем вот этот навык. Экипаж, которым управляете, наносит больше урона другим, но сами получает меньше урона. Дерби без разрушителя приобретено, и мы получаем новый уровень 8. Так я и думал, друзья. Просто прекрасно. Ну что же, и на этой ноте, собственно, давайте с вами, пожалуй, заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. И не забывайте про большие пальцы вверх. Для вас играла комментировал Валда. Это была игра Assassin's Creed Syndicate на Epic Type. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.